еще кусики от лимончика. Давай, 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 ребятки, у меня сейчас будет прокачка. Я тоже выберу себе кракена. Последний кусик, он мне 3 разрешил сделать. И да, у-ху-ху, ребят, кого выбирать? Все заходим на озеро. Вот тут пришвартовываемся. И сейчас мы будем все здесь выносить, ребят. Опачки! Всем привет, друзья. Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в Мопио. Ставь лайкусик, если тебе нравятся ролики по Мопио. А вот эти вот ребята попали в видео, так как оставили очень много комментариев. Если ты тоже хочешь попасть в следующий ролик, все, что тебе нужно сделать, это написать что-то под этим видосиком. Друзья, у нас сегодня долгожданная сходочка. Играем мы на сервере Россия 5. Ну что ж, заходим и выбираем себе водяное животное, так как место нашей встречи, ребятки, я сейчас вам его покажу. Место нашей встречи в левой части океана, в самом верху на границе с Северным полюсом. Вы только посмотрите, сколько же здесь игроков. Я просто в шоке. Ребят, начинаем прокачиваться. После того, как я прокачаюсь, я уверен, что мои подписчики дадут мне сделать несколько кусиков. А вот и мясушка. Ну правда, это мое мясо. Меня разорвали, к сожалению. Но если бы какого-то другого чувачка разорвали, и чтобы не нашего, то тогда было бы нормально. Но разорвали именно меня. Там уже кто-то писал, что это не настоящий Алексис, это фейк. Возможно, уже сюда кто-то приходил. О, а вот это, ребят, наша прокачка. Если, конечно, здесь мясо не заберут. Так, забираем дальше мясушка. Прокачиваемся, ребятки, прокачиваемся. И у нас уже с вами вот такая вот эволюция. Круто. Друзья, первый кусик, и сразу смотрите, кем я становлюсь. Спасибо, касаточка, большое тебе. Я уже, смотри, кто. Вау, это круто. Лимончик, я, в принципе, его знаю, но он, по-моему, уже не в нашем клане, ребят. Мы тогда с вами пойдем где-то в другое место. Еще кусик от китенка. Давай укусим его. Спасибо тебе, дружище. Кусай, Алексис. О, лимончик, спасибо тебе тоже большое. Ребят, я уже акула. А, жесть. Вот это я называю быстрая прокачка. Как я люблю с вами играть. Кто хочет вот так же поиграть с нами, ребятки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и не забывайте дописывать префикс AX. Так, тут еще кусик. Спасибо, ребят, я уже касатка. Вот это я называю супер-мега-быстрая прокачка. Так, ну что ж, нам теперь нужно кого-то выносить. Погнали, ребят, уже, в принципе, пора. Алекс, помнишь меня? Богиня, да, конечно, я тебя помню, ты со стрима. Пока, ребятки, прокачиваемся, тут уже меня тоже кусают за хвостики другие игроки. Ребят, будем сливать не своих. Вот тут какой-то пончик есть, но я не знаю, или он свой, или не свой, меня свои сливают. Ну, тогда, дружище, не подставляйся, что я могу сделать? Просто, видишь, очень много всех, поэтому сливают свои. Но меня тоже, думаю, что в скором времени начнут свои сливать. Стоп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, его, короче, слил этого чувачка. Кракен вылез. Эй, это лимончик, нормально. Хорошо, я уже думал, он меня сольет. Погоди, погоди, дружище. Сейчас, сейчас я укушу кого-то. Тебя укушу, спасибо большое. А казуара мы выбросили вот туда подальше. Дружище, живи, живи, живи. Так, сейчас мы его вытолкаем дальше. Ребята, прячьтесь под воду, прячьтесь. Так, сейчас я его толкну, ребятки. Вот так мы его делаем. Все, уходи отсюда. Эй, не бейте. Да, ребят, не бейте друг друга. Играем вместе. Идем в левую сторону океана. Мои ребятки идут за мной. Видео, ну конечно, видео, дружище. Это же сходочка. У меня всегда видео, когда у нас сходочка. Мы идем в правую часть океана, там шороху немножечко наведем. О, сюда иди, дружочек. Сейчас мы эту кулку съедим, и есть. Ребят, я ее слил и стал китенка. Говно озеро тут предлагают. Слей, Алексис, ничего себе, смотрите, кто мне сливается. Круто, большое тебе за это спасибо, но я не хочу тебя сливать, я хочу просто прокачаться дальше. Миллион наберу, и будет вообще нормально. Смотрите, меня выбросили, что здесь происходит? Это мясо, просто мясо. Этого сольем, хорошо, тут еще медведь появился. Вот тут аиксики, смотрите, блин, целая куча аиксиков. Я просто в шоке. Его, короче, Степка слил. А, жесть, жесть, жесть. Заходим резко, заходим на воду, ребятки. А, это, конечно, было очень мощно. Его другой чувачок слил. Вот этот, по-моему. Ну, ладненько, мы тогда идем дальше. Говно озеро. Нет, на озеро пойдем чуточку попозже. Мы идем сначала в океан. Вы только посмотрите на эту толпу, ребят. Нас много. Да, нас очень много. Здесь вот этот вот игрок, он, наверное, с нами. У него нет аиксика, но мы его не трогаем. Друзья, мы с вами заплыли в правую часть океана. И сейчас будем наводить здесь шороху. Мы будем всех сливать, у кого нету аиксика. Ай, меня, кстати, тоже засосала опасная трясина. Что происходит? Все, ладненько, мы тогда уходим. О, тут еще и кракен какой-то вражеский сидел. Ничегошеньки себе. Мне бы еще, друзья, кого-то слить, и я сразу прокачаюсь. Либо же, например, несколько кузиков. О, тут монстр, тут монстр. Идем обратно. Сходка АИКС. Да, тут даже ребята написали сходка к своему префиксу. Это хорошо. Нет, 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 сейчас Макса сольют. Макс, иди под воду, чтобы тебя не слили. Это вот тоже аиксик. Неужели это глюк? А, нет, это не глюк. Он дальше уплыл, он там покрутился. Я уже думал, что, ребят, это глюк, и я бы его бы слил. Да, если бы я его слил, я бы прокачался. Дракошка, друзья, давайте мы его немножечко побьем. Новогодний дракон, иди сюда. Ай, боегузик. Не хочет. Алекс, ты реал? Да, дружище, я реал, я снимаю ролик. Еще кусики от лимончика. Давай, 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 ребятки, у меня сейчас будет прокачка. Я тоже выберу себе кракена. Последний кусик, он мне 3 разрешил сделать. И да, у-ху-ху, ребят, кого выбирать? Кого выбираем? Кракена, конечно же. Спасибо, дружище, большое тебе за это спасибо. Смотри, как я быстро
быстро прокачался, у меня новогодний кракен. Все, вот теперь мы сейчас будем всех ловить. Все, сразу тут ребятки хотят кусик сделать. Ну давайте, ребят, кусайте, кто хочет. Я хочу здесь стать монстром, ребят. Очень сильно хочу им стать, поэтому нам нужно с вами будет еще набрать 5 миллионов массы, вы представляете? О, погоди. По-моему, вот этого, ребятки, я уже где-то когда-то видел. Он мне кидает: эй, нет, я хотел с ним побатиться, что ж такое? Я написал, что все наши, и нам просто некого есть. Да что ж такое, неужели мы умрем с голода? Погнали тогда обратно в левую часть океана, посмотрим, может быть там кто-то присоединился еще. Остальных ребяток тоже заберем, потому что, ну, может быть кто-то опоздал, да, чтобы они не искали меня по всей карте. Мы их сами пойдем и найдем. Так, ребят, мы тут проплывем или нет? Маловато, конечно, места. О, лимончик его слил, красавчик, он его быстро очень слил. Все, вот теперь можно плыть дальше. Все заходим на озеро, вот тут пришвартовываемся, и сейчас мы будем... все здесь выносить, ребят. Опачки! Только посмотрите, что здесь происходит. Мама мия, все заходят на вот это вот озеро. А, ребят, сейчас тут будут все просто наши. Если кто к нам придет, мы будем все сливать здесь. Мы захватили озеро. Давай кусайте меня тогда, ребят. Все, один кусик есть. Кто еще меня хочет укусить? Тут лимончик, он уже скоро качнется и будет, короче, морским монстром. Но я, видите, пока что очень маленький еще. Тут особо некого еще, ребятки, есть. Видите, мы захватили это все озеро. Тогда идем обратно. Ребят, все, пора дальше идти. Идем в левую часть океана. В принципе, озеро мы захватили, там скучно. Мы заходим в океан. В океане здесь сразу я встречаю наших союзников. Это хорошо, и там дальше вон какие-то акулы есть. Это свои, акула тоже одна своя, но там еще вот две каких-то акулы. Еще вон какие-то акулы. Я в шоке просто, если честно. О, есть, ребят, вот этого мы сейчас сольем. Хорошо, тут, значит, касатка у нас есть. Гидра. Ребят, гидру мы сейчас будем сливать с вами. Вот эту вот касатку, она не из нашего клана. У нее нет префикса. Я надеюсь, ребят, что мои подписчики мне не будут мешаться. Эй, сливайте гидру. Ну же, последний ударчик наносите. Есть, красавчик, Степа ее слил. Идем прям на самый-самый верх. Посмотрим, кто там есть. Ну давай, тогда еще ты укуси. Но у меня здоровья очень мало уже осталось. Прям безумно мало. Тут вот и йети есть. Ничего себе, голубя только что слили. Но он не в нашем клане был. Ребятки, это, короче, не наши союзники. Мы можем с ними, в принципе, бороться. Давай, может быть, с этим поборемся. Если меня не сольют. Эй, еще чуть-чуть. Давай, буквально несколько ударчиков я ему нанесу, и все. Давай. Ёпочки, иди сюда. Почти. Ну что же вы делаете? Нет, обратно меня затолкайте в воду. О, под воду иди. Свои, ребят, свои же хотели слить. Но у них не получилось. И из-за этого просто оказалось здесь полное мочило. Да, все нормально, мы с вами живы. Это хорошо, восстанавливаемся. Кого же нам здесь слить? А, ты будешь съеденный сейчас мною. Давай. Мне нужно набирать, если честно, массу. Все, есть. Хоть его скушали, растем немножечко, ребятки. Прокачиваемся. Так, это у нас Аиксик. Аиксиков мы никогда не трогаем. Аиксиков мы только прокачиваем. За мной идет толпа людей, и все кусают меня за хвостики. Эй, что происходит? Давайте, короче, accept, и мы побатлимся с этим вот игроком. Кто кого вообще уничтожит? Но мне кажется, что я здесь проиграю. Я ему написал: давай батл по-честному, не нужно мне поддаваться. Кто кого вообще? Нас окружили здесь. Давай. Так, я захожу на воду, все. Погнали наших городских ребят, кто кого. Так, я сильно здесь кручусь, крутиться здесь сильно не нужно. Так, давай. Хотя бы разочек его за хвостик укусить, и было бы уже нормально, знаете, уже не так по-нубовскому было. О, меня уже два раза укусил, а я пока что его только один раз. Ребят, ну вообще, здесь реально такие профессионалы играют. Три раза. А, мама мия. Сейчас меня, наверное, просто здесь сольют. Я просто оборачиваюсь хвостиком к нему, ребят. Это жесть. О, хоть разочек укусил его. Он меня укусил уже 5 раз, а я только один разочек его. Так. Сейчас меня еще и сольют. А, 6 раз. Ничего себе, он профессионал прям. Он прям супер крутой профессионал. Ребят, ну я вообще не умею пвпшиться. Я это заявляю вам всем. Капец, да как же так? Эй, меня сейчас сольют. Нет, все, последний удар сейчас он нанесет и сольет меня. А, жесть, ребят, меня слили. Ну, в принципе, я догадывался, что меня сольют. Игрок мне сделал 9 укусиков, а я в ответочку только ему сделал 1. И сейчас мы с вами будем перебираться где-то на Северный полюс. Но поначалу на Северный полюс, а затем пойдем и на сушу. В этой сходочке я хочу играть везде. Я не хочу быть только на воде. Иди сюда, -1. Я хочу играть по всей карте. Но, видите, так получилось, что у нас сегодня сходочка, и здесь... Есть целая куча аиксиков. Дружище, я тебя трогать не буду. Ты же аиксик. Аиксиков я никогда не сливаю. Я его просто оставлю. Иди сюда. Да не буду я тебя трогать, не бойся. Чего ты меня боишься? Я просто иду на воду, а он думает, что я за ним гонюсь. И убегает тогда от меня. Ладно, ты тогда убегай, а мы будем прокачиваться где-то. Ох, сюда иди, дружочек. Этого, ребят, можно как-то слить, попытаться. Давай, лапка его. Казуарчик тут еще есть. О, это еще мой. Это моя жертва, ну же. Моя. Никому его не отдам. Так, ребят, мы его можем с вами как-то догнать.
попытаемся это сделать. Давай, он зашел на воду. Наверное, у него мало воды, но мы этим должны с вами воспользоваться и слить его. Тут вот медведь, Мишка косолапый. Так, он спрятался? Куда он пошел? Он, наверное, в норку спрятался. Ладненько, идем тогда мы с вами на воду. Позовем наших союзников где-то на Северный полюс, либо на сушу. Получи лапкой, получи и распишись. Сейчас я тебя солью, ну уже иди ко мне. Не идет он ко мне, так, это свой. Своего мы не трогаем. Заходим на воду, идем туда, где у нас должна была быть сходка. Посмотрим, там кто-то есть или нет. Давайте вот так, ребятки, будем с вами договариваться. Когда вы меня теряете, либо кто-то меня сливает, то я иду, в принципе, туда, где у нас должна была быть сходочка. Но тут, к сожалению, никого нету. А, монстр! Это что за монстр такой? А, я? Кто я? Ничего себе, серьезно, ты? Вау, лимончик, ничего себе! Хо-хо-хо! Ты крут, дружище, давай кусик, да? Да, ребятки, кусик, ничего себе, смотрите, кто я уже? Ну ладно, давайте буду китенком тогда. Он меня немножечко поднакачает. 100 тысяч экспириенса, ребятки, за один кусик. Я просто в шоке. Ребят, вот посмотрите, я стал уже крабиком. Большое спасибо лимончику, он меня уже два раза качнул. Он предложил гоу наших искать. Конечно же, погнали. Идем тогда сначала на низ, потом пойдем в другое место. Получай лапой. Вот так вот, бам. Сейчас, на. И сейчас еще разочек я его огрею. Давай. Бум, мимо. Немножечко было мимо, ребят. Но он, видите, маленький. В принципе, маленьких таких можно не трогать. Можно искать больших каких-то. Вот с нами уже чудище играет. Представляете, морское чудище. Мы уже вот реально никого не боимся. Если на нас кто-то нападет, то все, он попрощается со своей жизнью. Я вижу крака какого-то левого. О, вот это будет интересно, мне кажется, сейчас. Так, давай мы сейчас поборемся с ним. Бум! Получи, сейчас будет просто батл. Наше морское чудовище его уничтожит, мне кажется. Давай, включай свой водоворот, дружище, включай. Ты его вынесешь, мне почему-то так кажется. Но почему-то он очень маленький. Разве он вот такой вот маленький должен быть или что? Либо я что-то не знаю. Я просто никогда еще не был вот таким вот чудищем. Да, представляете, я еще никогда не докачивался. Поэтому, если честно, я не знаю. Тут, короче, какой-то чувачок написал, что он нереал. Не идите за ним. Ну, увидишь себя в ролике и поймешь, что ты был неправ. Тут еще есть одно чудище. Они, скорее всего, играют в тиме. Вот эти вот два чувака. Да, ребят, они играют в тиме. Ничего себе. Это чудище сейчас может еще меня и уничтожить. У нас тоже тут есть один крутой союзник. Так, дружище, иди сюда. Лимончик, иди за мной. Тут вот сражение сейчас будет. Давай. Мы сейчас попытаемся их посливать. Лимончик, иди сюда. Под воду. Нормально. Давай, лимончик, бросай ему батл. Батл вот так. Бам, получай. Вот это вот мясо, ребята, сейчас будет. Сейчас будет мега-супер мясо. Потому что тут два чудища. И меня засосало тоже водоворот, кстати. Оу, нет, все, ребятки, меня, наверное, сейчас сольют, потому что это водоворот, и он сливает все, что только здесь есть. Все, меня слили, ребят, да? Да, меня слили, вот такие вот дела, это печально. Друзья, на этом первую часть я буду заканчивать. Кому понравилось это видео, ставьте лайкусик, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Алексис, всем пока!